Всем привет! Сегодня у нас 1 февраля интерактивный музей, в котором все в Сочи. Добро пожаловать! Суровая сочинская зима продолжается. Это, в принципе, самый холодный месяц у нас в году. Ну, дальше, соответственно, будет короткое видео о том... Так. Короткое видео о том, как выглядит Сочи. Это так, мимоходом снимаю. В первый день последнего месяца зимы. Все-таки такая знаковая дата. 1 февраля. Температура на улице плюс 11. Холодно. Плюс 11, это у нас холодно. Остался еще месяц где-то максимум. И все проснется в субтропиках. Так, а это у нас что? Это у нас жасмин. Жасмин, кстати, уже цветет. Но не такой жасмин, как в средней полосе, а наш, сочинский. Жалко, обещали солнышко. Вот, все никак. Это печально. Во, в самом Сочи, в самом этом очень много... В Олимпийском парке, я имею в виду. В самом Олимпийском парке очень много людей. Ага. Вон она цель моего путешествия. Все, я увидел. В общем, есть тут редкое растение очень. О нем будет отдельное видео. И вот я к нему сейчас иду. Очень хочу его увидеть. Все, стало понятно, что это и откуда. Классно. На самом деле погода для как бы февраля месяца отличная. Мы сейчас готовим запись 20 фактов о климате Сочи. Их необходимо знать, когда вы думаете, что здесь всегда лето и хочется сюда переехать в надежде на то, что вы поменяете полностью климатическую зону. Это-то сбудется, а вот с погодой у нас не очень. У нас-то есть время, которое мы называем зимой, но на самом деле это климатическая весна и осень.
Торговля на площади идет своим ходом. А нам бы не споткнуться об улиток. Искусственных. О, наш Сочи парк. Стало холодать. Надо бежать домой.